и потом... Ё-моё, ой, что-то плохо себя чувствую. Житель, а что с тобой? Да не знаю, сегодня с утра все было нормально, сейчас как-то не очень, что-то голова кружится. Ну, приболел, может быть. Короче, магазин реально очень классный. Ну, я бы с этим поспорил. Жители, а что там продается? Не знаю, кого-то, какие-то предметы странные, мы хотим купить. А покажите мне продавца, вот эти вот всякие документы на этот магазин. А кого-то, ну ты прикол, что это бесконтактный магазин, там нет никакого продавца, он работает автоматически. Ну, не знаю, жители, звучит очень подозрительно, я бы тут не закупался. Ну, как видишь, все стоят в очереди, я... Ну, давай подумаем. Тут есть изумрудная руда, ничего себе, это классный магазин. Чё, Капут говорит, что он самый опасный? Он такой веселый и прикольный. Вот эта вот штучка интересная. А, я как раз голый весь с этим яблочком. Ох, как хорошо, что я зашел в этот магазин. Ну-ка, попробуем.